Брендовый микс весна осень бренда я из Нидерландов, второй пакет. Женская кофточка размер S. Размер S. Такие летние обувь. 39 размер. Обувь из натуральной кожи. Весьма очень удобная обувь будет на лето. Легкие, сочные. Шестой размер брюки. Брюки имеют стретчевый материал. Чем отличается бренд я от множества других брендов, так как у него множество присутствует вещи из натуральной ткани, вискозы. Очень приятные на ощупь. Весьма стильные вещи, молодежные. Такая женская блузка, 36 размер. Размер M. Может увидеть 100% на весьма качественного материала. Женская кофточка такая. Четвертый размер. Женские брюки вот стоили 75-79 евро, ну, почти 85 центов. Соответственно, у нас же по 8-9 евро за единицу продается, соответственно, 8 раз дешевле. Четвертый размер стоил 50 евро. Смотрим. Приятная на ощупь вещь. Размер S. процентов вискоза, 15 полиэстер. Размер S. Размер. Имеет стрейчевый материал.
в европейском магазине стоило 100 евро. У нас же в 9 раз дешевле. К сожалению. А вот 97% хлопка. Вещь состоит 3% эластана, чем и объясняется ее стрейчевые свойства. Практически вещь из натурального хлопка. Вся почти. К сожалению, на юбке размер указать не смогут, так как бывает при сортировке отрываются вот такие, как здесь, ценники с размером. Размер L. Размер L. Вещь стоила 50 евро. 50% вискоза, 30% льна, 15% полиэстер. Стрейчевая кофточка имеет свойство. Вот женские брюки. 40 размер стоили 70 евро почти. 40 размер. Майка размер XS, имеет стрейчевый материал. Стоила 30 евро. Тридцать восьмой размер. Семьдесят 8% вискоза, 15% полиэстер, 22% полиэстер. Размер S. 36 размер. Стоило 8, почти 80 евро. 36 размер. Тридцать девятый размер. Тоже почти 80 евро стоило. 100% вискоза из натуральной ткани. Сороковой размер. Джинсы имеют стрейчевый материал, что явно где-то присутствие полиэластана, 2% эластана, 98%, к сожалению, незнакомый материал в английском.
98% хлопка. Практически хлопковые джинсы, за исключением 2% эластана, который придает истречивый свойство джинсам. Размер S. процентов модала и 4% эластана. Сороковой размер в европейском магазине стоило 100 евро. Такое женское легкое пальто. Сороковой размер. Процентов вискоза, 10% полиэстер. Прокладка состоит из 100% хлопка. Размер. Стоили 80 евро. Предстречивый материал, что какое-то присутствие в материале. Лайкра материал, 5% эластана, 37% хлопка. Тридцать четвертый размер. Стоило 50 евро почти. Стопроцентного хлопка, 100% хлопок. Такая длинная юбка 38 размера. Размер S, значит размер M, но почему-то на этикетке пишет размер S, видимо ошибка какая-то была. Состоит из 60% хлопка и 40% полиэстер, что говорит о ее стрейчевых качествах. Внизу присутствует такой вот замок. Весьма интересная модель, молодежная. Тридцать шестой размер юбка.
состоит из 98% хлопков, 5% эластана. Размер S стоил практически 40 евро. Состоит из 60% хлопка и 40% мандала. Четвертый размер стоило 90 евро с ценником 50% скидка, соответственно ценник был в два раза выше. Тридцать восьмой размер. Такое женское платье, легкое. С подкладкой внутри. 100% вискоза. Платье из 100% натуральной ткани. Размер M. Процентов хлопка, 36 размер. Данная куртка уже присутствовала в первом пакете. Сами смотрите, 36 размер, ценник 130 евро почти стоило. У нас же почти это в 13 раз дешевле. Куртка. Тридцать четвертый размер стоило 60 евро. Тридцать четвертый размер. Такая юбка размер XS. Сто процентов хлопка. Размер N. На некоторых ценниках присутствует 0 евро. Возможно, это были подарочные или остатки, которые уже лежали давно. Процентов хлопка, 50% мандала. 36 размер. Семьдесят процентов лиоцел, 37 хлопка, 3% эластана. 37%. Данный бренд говорит сам за себя. Вещи очень качественные. Большинство вещей из натуральной ткани. Много стильных вещей очень.